Всем доброе утро! Сегодня на улице туман, утро туманное, утро сырое. Зато как слышно всех птиц. Прямо как в вакууме в таком. Птицы на разные голоса. И Мила тут кланяется, кланяется, кланяется. Молодец, молодец. Сейчас дам всем травки вам. Мои ребята хотят травки. Мои ребята хотят травки. Это у меня Марусенька, Марусенька моя ласточка. Натика, травка уже подвялилась тут для вас. Это мои золотые. Ох, Милка, на, матрешка. Не отстанешь ведь. Степашечка, Степашечка, красивяшечка. На-ка. На, малыш. Мои-то хорошки. Пошли туда. Ох, девчушки. Ох, мои девчушки. Красотушки. Травки хотят. Где мои ласточки-то две? Ой, вы мои красотки. Нате-ка вам. Вот так вот. Серка. Ой, Серка, что ты овощи не хочешь? На тебе, малышка. Что-то тут плохо закрывается. Парнишки, доброе утро, парнишки. Ой, вы мои парнишки золотые. Идите-ка, идите-ка, опачки. Вот, малыши, кушайте. На голову бросила. Идите, лопайте. Чудики. Ну и остатки для Милуши. На. На, моя красотка. Доедай. Ты, мои хорошие, воды нет, а замерзла. Ой, мало там воды. Сейчас я принесу теплой. Сейчас, мои золотые лапоньки. Опять ночью приморозила. Вот, ешьте, ешьте кашу. Пеструшечки мои. Это вот у меня. Что тут у нас? Лежат шоколадки. Лежат. С утра сидела на гнезде, вот уже начали пух рвать. Кладка такая уже довольно-таки большая. Ой, молодцы какие. Ой, вы молодцы у меня. Вот теплую водичку налила. А что ты ее гоняешь-то? Черный. Вот это два селезня, черный да серый. Это уточка пестренькая. Чего ты там лед-то колотишь? Серый. Иди вон, Стазика, пей тепленькую. Давай, иди, малыш. Иди, иди. Ах вы, ребята. Хулиганы. Вот сегодня мы начали сажать горох в поле. И что-то у нас пошло не так. Но пошло у нас не так. Это, сами понимаете, да, вот эти борозды. Канавки, куда сажать горох, их же надо делать вручную. Ну а посадить гороха мы хотим много, и не только горох, потом еще придется сажать кукурузу нам и прочее, прочее. Вот, и я подумал, все это дело плюнул на все, решил немножко проимпровизировать. Ну, изготовил вот такой плужок с ручкой. Все. Вот. Для веса сделал кирпич на него. И вот сейчас мы посмотрим, как оно у нас будет получаться. Давайте. Вот. По крайней мере, эти полосы уже делать очень удобно стало и просто. Вот я прохожу бороздку. Thank you.
раз. А теперь только сажай. Бери горох и сажай. О, все это ускорилось. Во много раз стало быстрее. А то все это было так долго. С прохождением этих канав. Но сейчас стало намного быстрее. Немножко надо механизироваться. Вот так. Заметили, да, как намного быстрее стало? А то что-то у нас все было как-то не так. Поехали дальше. Раньше здесь росла пшеница, из-за этого много соломы здесь. Что-то у нас криво пошло. Во. Вот так мы ускорились. Садим горох. Вот, благодаря моей смекалочке мы изобрели вот такую вещь. Еще раз вам покажу сейчас. Вот такой плужочек, который делает бороздки. Ну, сверху кирпич для груза, чтобы это делать можно было все одному. Это я сделал буквально за полчаса. Немножко смекалки подумал, ну, решил. Чем палочкой ковыряться, лучше что-то придумать. И вот придумал вот такую вещь, еще раз говорю, повторяюсь. Ну, на этом пока все.
Начинаем сажать морковку. Вот наш трактор вот делает вот такие борозки, причем очень удобно и быстро. Хороший придумал я трактор, себя не похвалишь, никто не похвалит. По крайней мере, это не вручную. Остается закинуть сейчас семена морковки и все это заборонить. Дадим морковь. Что ж ты так часто сажаешь-то, Толик? Ты же говорил, что ты будешь... Я редко сажаю. Ты же говорил, ты зря мне говоришь, что часто. По одному семечку сажать. Почти по одному и сажаю. Да, да, да. Да. Ой, сказочник. Тебя послушать, так я не знаю, что. Ну, по крайней мере, что-то падает. Не до такой степени часто. Семечки. Мне нравится, я раньше все время Самсон покупала. Она обработанная и недорогая, хорошая морковка. На тебе обратно две семечки. Ты семена там ярко зеленые такие. Да. Ну, так. А тут что-то я не видела. Так. Поедем дальше. Трактором работать. Броски у тебя кривые. Пьяный тракторист. Стараюсь сделать ровные. Делаем пошире, чтобы можно было потом окучником между рядами пропалывать. Что у нас на каждом дереве дятлы уже.
Обрати внимание, как мама садит. Уйди. Контролируем. Ну, блин. Всем ютубом контролируем, как ты семечки садишь. Сейчас ты будешь как сидеть. Морковку. Я тоже сажу. Ты только меня контролируешь лично. Дай мне горсточку тоже. Иди. Ну, сажай тогда сама. А я буду пахать. Бороздки делать. Вот таких две гряды мы насадили. Борозды делаем вот такими колышками. Показываем, где у нас будет грядки. Чтобы знать, где ходить, где борозды. Так как здесь на югах борозды не делают, так как все засушено, делают чисто полями. И вот такие борозды. Чисто пока колышки стоят. Когда натопчем тропинки, уже будет видно, где у нас борозда. Вот посадили вот эту грядку справа и вот эту грядку морковки. Две гряды моркови сейчас будет у нас больших. Ну вот, за полчаса мы засадили вот эти обе грядочки морковкой. Осталось тут еще чуть-чуть. Еще немножко осталось. Да? Да.